Добрый день. Мы с вами находимся в полевом городе в Краснодаре. Сегодня 19 апреля. У нас сейчас пасмурная погода. Прошедшей ночью прошли дожди. В листья сейчас влажные. В будущую ночь также ожидаются осадки. Время оптимальное для проведения инокуляции. Влажность воздуха 100%. Так вот, сейчас мы собрались проводить инокуляцию септериозом листьев, септорианодором. Вот мы приготовили суспензию светло-коричневого цвета. Теперь с помощью этого пульверизатора мы будем наносить суспензию на восприимчивый сорт коллега.